Вот они, маленькие герои большой страны. Танцоры барнаульского ансамбля «Соул» привезли домой третье место первого фестиваля «Российская школьная весна». Наши девчонки обошли больше 60 соперников и взошли на пьедестал в Ставрополе. Признаются, радость испытывают в каждом танце, и время на сцене проходит незаметно. Нервы уходят, ты понимаешь, такой, это все, и такой, классно. Потом, когда награды, уже подарки вручают, это вообще самая приятная часть. «Соул» известен и в России, и за рубежом. Ансамблю 27 лет. И ни на один год коллектив не останавливался в развитии. Это кровь, пот, боли, слезы, потому что это растяжки, это ежедневные тренировки силовые, на выносливость, оттачивание движений, совершенствование себя в различных стилях и направлениях, чтобы быть более универсальным, чтобы уверенно чувствовать себя на сцене. А еще это один из больших коллективов, больше сотни человек, старшим 14-15, а набирает в ансамбль с 4 лет. «Соул» неоднократно побеждал в российских и международных фестивалях. В год у коллектива по 5-6 конкурсов на выезде. Такие успехи возможны только серьезным подходом. Это понимают и ценят все, вне зависимости от возраста. У нас очень жесткая дисциплина. Вот это самое такое, самое трепещущее. После победы в российской школьной весне участники немного отдохнут, но уже День России «Соул» проведет на сцене. А дальше девочек-лауреатов ждет лагерная смена, на которую приедут все коллективы Алтайского края. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.